нарастающее вот это ощущение какой-то моей ущербности, бессмысленности существования, отсутствия жизненных целей, оно начинает включать так называемые когнитивные механизмы. Пункт первый. Все плохо. Мысли. Все плохо. Это все плохо. И это плохо. Все плохо. Все плохо. Все плохо. Второе – это я сам плох. Я плохая мать, я плохой отец, я плохой работник. У меня были большие планы, ничего не срослось. Я ничтожество там и так далее. Самоуничижение. Любое самоуничижение. Вторая составляющая триады Бека. Ну, если у вас все плохо, а вы сами ни на что не годны, какое у вас будущее? Не просто плохо, его нет. Нет будущего. Все, все бессмысленно, там и так далее.